спальные места отдельно. Тут. Электролюкс? Да. Сколько здесь человек? В этом хостеле, по идее, человек 10, и второй еще там 2. Ванна, туалет нужна? Да, пока что. Работаю на пластике. Привет, друзья. Приехал Денис. Все, выезжай. То есть в Польше самое ходовое это... Это работа на складах, да, и поляки зарабатывают на ночлегах. То есть здесь прям так, такая индустрия, да? То есть кто-то просто занимается арендой. Вот почему нет Airbnb и мало гостиниц через Booking. Потому что здесь все делается совсем, да, по старинке. По-другому, да. Совсем по-другому. Так выглядит промышленная города Польша. Это была когда-то большая мебельная фабрика. Вот эту область, да, сейчас будем проезжать. Да, в принципе, и на Союз работала, Советский Союз, в смысле, и на Италию делала мебель, сейчас мы пацаны. Вот комната на двоих, ребят. Ванна, туалет нужна? Да, покажете? Да. Никого нет? Нет. Проходите. О, как красиво. Вот ванна, туалет, стиральная машинка. Две душевых кабинки. А сколько здесь комнат вообще? А вот еще комнаты наберете. Три. Три на первом этаже и три на втором, да? Владислав. Владислав, как давно здесь в Польше? Да уже почти 3 месяца. Нравится? Вот очень. Еще раз приеду. Я понял. А это дом, да, в который живешь? Ну да, шехостел. Понял. А где работаешь, что за предприятие? Работаю на пластике Шувирпул на Росе. Понял. Что нужно делать вообще? Ну, имеется в виду на работе. Какая работа? Да ножичком шевелить в основном. И все, ничего тяжелого нема. Понял, хорошо. Кстати, просто русский не родной, да, из-за этого, да? Вот, нормально. А сколько рабочий день по времени? Ну, сколько часов? Во сколько нужно начинать работу и когда заканчивается? С 6 до 6. С 6 до 6? Ну, а конкретно что делаете? То есть нож и ножами режете? Шолишака. Это что такое по-русски? Что лишнее вот обрезаем. А, все, понял. То есть лишнее просто убираете и да, все. Да. А далеко отсюда находится предприятие? Нет, 3,5 километра. Понял. Это ваша машина, вы на ней ездите на работу, да? Да. Понятно. Ну, дом такой большой, там и семейные пары, да? Все на одном предприятии работаете или на разных? Не, кто где. Понял.